Вы наверняка с огромным нетерпением ожидаете даты выхода 4 сезона, а именно 51 серии сериала «Условный мент». Дмитрий Рыжов, бывший полицейский оперативник, роль исполнил актер Денис Рожков, известный зрителям по сериалу «Глухарь». Арина Гордеева, участковый капитан полиции, роль сыграла актриса Анастасия Тюнина. Типаж ботаника и маменького сынка Гера актер Егор Бакулин собирал по крупицам, наблюдая за людьми, имеющими подобные качества в реальности, благо, по его словам, таких мужчин вокруг предостаточно. И опять съемки были приняты гражданами за реальные события. Во время постановки эпизода преследования отморозков случайные прохожие восприняли погоню за настоящей и тоже бросились догонять хулиганов. Исполнитель главной роли Денис Рожков предсказывает сериалу долговечность по популярности у зрителей, мотивируя свое заявление большим количеством ярких персонажей, прекрасно сыгранных талантливыми актерами. Дата выхода 4 сезона сериала «Условный мент» запланирована на октябрь 2022 года.